Уважаемые Данила Александрович, дорогие друзья, коллеги, писатель и публицист Данил Александрович Гранин не только признанный классик отечественной литературы, это человек, заслуживший высочайший моральный авторитет в нашей стране. Уважение миллионов людей за свою гражданскую позицию, за неравнодушное деятельное отношение к духовному и культурному развитию российского общества. Данил Александрович – инициатор создания первого в Советском Союзе общества милосердия. Оно было организовано еще в Ленинграде и послужило возрождению традиций благотворительности, их утверждению как одного из важнейших правил нашей жизни. Сейчас в этом движении участвуют десятки тысяч людей, десятки тысяч человек. А вы, Данил Александрович, ваш вклад в это дело, конечно, неоценим. Как в таких случаях говорят, его трудно переоценить. Вы также всегда заботились, много размышляли о нравственном, моральном, культурном развитии общества в целом, о значении воспитания молодых поколений вот как раз на этих принципах. Обращали всегда самое пристальное внимание на первозданные, фундаментальные качества человека – честность, порядочность, совестливость. Справедливо считаю, что именно эти качества определяют судьбу человека и его поступки. Эти проблемы волновали вас и как писателя. В своих произведениях вы, например, отстаивали последовательно достоинство науки, бескорыстие и одержимость ученых, их преданность своему делу, научному поиску. В многочисленных путевых заметках, в эссе о великих русских писателях, государственных деятелях в первую очередь ставили вопросы нравственности и морали. А в авторских просветительских программах на телевидении обязательно касались темы гражданской роли культуры, ее влияния на умы и сердца людей. Вся ваша жизнь тесно связана с гуманитарной деятельностью. Именно поэтому, уважаемый Данил Александрович, за выдающиеся достижения в этой области вам присуждается государственная премия России. Спасибо вам большое за все. Поздравляю вас. Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года присуждена Гранину Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю. Уважаемый Данил Александрович, уважаемые дорогие друзья, Данил Александрович, вы как-то написали замечательные слова. То есть у вас много замечательных слов, но одну из фраз ключевых, как я считаю, магистральную мысль, которая проходит по очень многим вашим произведениям, она, могу ошибиться, но звучит так. Совесть – это как бы малое представительство Бога. Вот это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает нам о том, что в основе нашей жизни, нашего бытия должны лежать неприходящие ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести. Спасибо вам за то, что вы воспитываете в нас эти качества.